Вы смотрите «Деловые новости» на ТВ-3. Меня зовут Владимир Унанянц. Здравствуйте. Энергетическая независимость – мечта любого государства. Ведь бесперебойное обеспечение промышленных объектов, а также населения газом и электроэнергией – залог стабильности не только экономической, но и политической. Если с нефтегазовыми месторождениями Грузии повезло не слишком, то электроэнергия она себя обеспечить может, утверждает правительство. В первую очередь за счет огромного гидроресурса страны. О перспективах грузинской гидроэнергетики, проблемах, которые сопутствуют строительству Грузии новых или хорошо забытых старых ГЭС – поговорим прямо сейчас. Тема строительства Худони ГЭС и сопутствующего ему затопления нескольких деревень Сванетти сегодня вновь на повестке дня. Как и 24 года назад. Тогда, в далеком 1989-м, представители национально-освободительного движения во главе со Звиадом Гамсахурдием и рабом Костава наряду с экологами уже отстаивали село Хаиши, которое в результате амбициозного проекта советских энергетиков должно было полностью оказаться под водой. В результате строительство было приостановлено, а потом последовал развал Советского Союза и тяжелые 90-е. О проекте благополучно забыли. Сегодня он вновь будоражит умы правительственных чиновников и экспертов и сердца, в первую очередь, самих сванов, которые вновь стоят перед угрозой лишиться своих домов и святынь. Наша съемочная группа побывала на месте потенциального водохранилища, чтобы выяснить, готовы ли жители древнейших грузинских сел пожертвовать своим состоянием и достоянием ради энергетической независимости страны. Дорога в Сванетти долгая и небезопасная. Сели и камнепады здесь – дело привычное. Куда ни глянь, везде скалы, горы и ингури. Река, которая привлекает инженеров своей извилистостью, многоводьем и достаточно узким руслом. Идеальное место для ГЭС. Загвоздка лишь в том, что здесь испокон веков живут сваны – субэтническая группа грузин со своим уникальным языком, укладом и традициями. Село Хаиши – первое, которое нас встречает по дороге. Весть о нашем визите распространяется по ущелью молниеносно. Бдительные сваны организовали у въезда в населенный пункт самый настоящий пост. Мужчины дежурят здесь круглосуточно. Говорят, охраняют село от вероломных инвесторов. И не только. Представители власти приезжают в село, агитируют, отравляют сознание людей абсурдными обещаниями компенсации в 100 и даже 150 тысяч долларов. Нас не интересуют никакие компенсации. Нашу землю не купят ни за какие деньги. Олег Чкаду и многие его односельчане даже принесли священную клятву. Они не дадут Хаиши уйти на дно. Знакомые со своенравием гордых горцев поймут всю серьезность ритуала. Согласно проекту Худони ГЭС, именно на этот населенный пункт придется главный удар. Именно сюда хлынут потоки воды. Недовольные сваны образно называют будущую ГЭС монстром. И в этом есть некая логика. Ведь если задуманная гидроэлектростанция все-таки будет построена, Хаиши будет в буквальном смысле стерт с лица земли. Проектировщики утверждают, для того, чтобы достичь желаемых мощностей, необходимо построить плотину высотой 200 метров. Площадь зеркальной поверхности должна составить 528 гектаров. Это значит, что вся эта территория от горы до горы, все ущелье будет затоплено. Под водой окажутся бесценные эндемные породы вековых деревьев, культурные памятники, церкви, кладбища и, что самое главное, дома жителей этого живописного края. Исчезнет не только Хаиши, но еще около 15 поселений. 4 непосредственно будут затоплены, остальные села в результате этого затопления окажутся отрезаны от цивилизации и, как следствие, перестанут быть пригодными для жизни. Ведь все самое необходимое сосредоточено в Хаиши. Единственные в округе – больница, школа, да и другие важные объекты. О пользе Худони ГЭС здешние даже не задумываются. Точнее, не видят ее вовсе. Этот проект нецелесообразный. Сванетти не должна быть затоплена, ни одна пядь земли. Очень много семей окажутся в зоне затопления. И куда им идти? Куда? Не надо никакой компенсации. Жить там, где ты живешь, лучше любой компенсации. Никому не нужны эти бумажки. Пусть засунут их себе в карманы. До Абхазии и Южной Осетии отсюда рукой подать. Но никто никогда не смел и не смеет сюда переходить, потому что это земля сванов. И это еще один аргумент жителей Хаиши против строительства электростанции. Прямо за Ингури – Абхазия. И с исчезновением населения этот регион Грузии станет более уязвимым, уверены местные. Не говоря уже о многократно озвученных зелеными экологических рисках. Жители Сванетти утверждают, климат региона и без того заметно изменился после ввода в эксплуатацию Ингури ГЭС. Как отреагирует природа на еще одну крупную электростанцию, остается лишь догадываться. Русские догадались, что не стоило строить эту ГЭС. Даже турки боятся строительства этой электростанции. Если плотину прорвет, не дай бог, не только Сванетти затопит, но и всю Грузию.
унесет всю страну. И так, когда в реке Хаишура половодье, здесь все гремит, скалы обваливаются. Борьба жителей Хаиши против проекта «Худони ГЭС» длится уже много лет. Строительство станции усилиями экологов и местного населения много раз приостанавливалось. Но консервации ГЭС сваны так и не добились. В страхе быть насильно переселенными жители сел, которые должны уйти под воду, вот уже 20 лет живут практически на чемоданах. В нашем селе есть один мужчина, у него умерла мать. Он говорит, я не могу решить, где ее похоронить. Но теперь встает вопрос, хоронить ли ее на местном кладбище. В конце концов, тела наших скончавшихся родственников не чемоданы, которые можно просто взять и перевезти. Ну а это тот самый Худони ГЭС. Система водосброса, отверстия в скалах для турбинных водоводов. Все это было сделано еще в советское время. С тех пор здесь ничего не менялось. Жители Сванайти утверждают, ничего и не изменится. Сваны готовы на радикальные меры. Если власти не откажутся от идеи строительства Худони ГЭС, местное население грозится начать голодовку и перекрыть единственную дорогу, ведущую высокогорную Сванетию. Софья Тетрадзе, Лаша Чонгкадзе, Деловые новости, ТВ3. Так быть или не быть Худони ГЭС? Этот вопрос обсуждают в Грузии на всех уровнях. На днях в Тбилиси состоялась дискуссия о целесообразности строительства. В ней приняли участие жители Сванетии, представители неправительственных организаций, профессионалы отрасли и ученые. На встречу также были приглашены должностные лица Министерства энергетики, охраны окружающей среды, экономики и финансов Грузии. Однако последние предпочли не вступать в полемику и попросту не пришли. Громкие обвинения пришлось выслушивать единственному чиновнику, который не проигнорировал приглашение. Глава департамента планирования строительств Министерства экономики Давид Гигиниишвили постарался снизить накал страстей. Я не разделяю мнение, что вопрос должен решаться путем акций протеста. Я считаю, что все можно обсудить спокойно за столом, выдвигая аргументы. Что касается строительства, этот вопрос решен еще не до конца. Однако вопрос, судя по всему, решен. Во всяком случае, министр энергетики страны Кахи Каладзе заявил, что власти построят не только Худони ГЭС на реке Ингуре, но и другие большие гидроэлектростанции. Правительство всегда будет защищать и принципиально относиться к реализации любых проектов не только Министерства энергетики, но и других ведомств. Мы рассматриваем строительство гидроэлектростанций как необходимость на пути энергонезависимости страны, развития экономики, решения проблемы безработицы. Это все взаимосвязано, и поэтому мы обязательно построим не только Худони, но и другие большие гидроэлектростанции. Итак, мнения разделились. В правительстве уверены, что строить надо. Некоторые независимые эксперты, экологи и местное население утверждают, что не надо. Так надо или не надо? Поговорим с экспертом в области энергетики, в том числе возобновляемых энергетических ресурсов, академиком Симоном Барамидзе. Добрый день, господин Барамидзе. Спасибо, что пришли и согласились ответить на наши вопросы. Так надо или не надо строить Худони ГЭС? Худони ГЭС обязательно надо строить, но определенным решением. Река Ингуре у нас является чистым топливом. Значит, есть некоторые варианты, в том числе и альтернативные, и надо принять это решение. То есть тот проект, который сейчас находится на рассмотрении, вы выступаете против вот этого конкретного проекта? Естественно. Почему он в первую очередь топливается село Хаиш. Это просто неприемлемо. Поэтому. Независимо, какая выработка будет у этого станции. А, то есть человеческий фактор, да, вот огромный. Те люди, которые живут, у нас как раз на эту тему был сюжет. Да. Те люди, которые живут в этой местности, они имеют право оставаться. Там и есть возможный, да, вариант. Да. Насколько я знаю, некоторые энергетики предложили свой план осуществления этого строительства. Это альтернатива нынешнему проекту Худони ГЭС. Давайте послушаем эксперта, также эксперта в области энергетики Симона Бахтуридзе. Я попрошу режиссера пустить нам этот синхрон. Помня, какие протесты вызвало строительство Худони ГЭС, мы посчитали нужным пересмотреть проект и решили составить новую схему, которая позволит избежать переселения большого количества людей. Согласно этому проекту, Хаиши и близлежащие села остаются на своем месте. Водохранилище будет создано только в Ингурском ущелье. Объем водоема будет
тот же, а в результате мы получим еще больше энергии. Премьер-министр Бедин Иванишвили еще в мае на заседании правительства дал поручение вычислить, что мы получим при затоплении Хаиши и без затопления. Наша схема как раз-таки поможет избежать всех этих проблем. Сейчас все пытаются найти легкий путь и апеллируют к уже существующим проектам. Но наша схема позволит увеличить гидроэнергетический потенциал ГЭС на 97 миллионов кубометров. Господин Барамидзе, как вот вы можете прокомментировать то, что мы сейчас только что услышали, и может вам есть что добавить? Как вообще этот проект, насколько он реализуем в нашей нынешней ситуации? Насколько правительство готово рассмотреть этот вариант? В принципе, вариант очень интересный. В том, что для государства должен быть приемлемый. В первую очередь, ГЭС вырабатывает 2 миллиарда 100 миллионов киловатт в час. И во-вторых, значит, и самое главное, в принципе, для меня, то, что сказал при первом варианте, население Хаиши оставляется на своем месте. Также против проекта, нынешнего проекта строительства Худони ГЭС выступают экологи. Они заявляют, что строительство этой плотины несет огромный риск региону, в частности, господин Давид Чепашвили из движения «Зеленая альтернатива» говорит об этих рисках. Давайте послушаем, что имеет в виду господин Давид Чепашвили. Эта ГЭС действительно представляет большую опасность. В частности, будет являться источником серьезных рисков для окружающей среды. Ниже по течению находится Ингури ГЭС, которая уже вызвала изменение микроклимата в регионе. Так что со строительством новой станции проблема усугубится. Вопросы вызывает и сам проект Худони ГЭС. К сожалению, несмотря на заявления экспертов, правительство Министерства энергетики Грузии заявляет, что все в порядке, никакой опасности для окружающей среды не существует. При этом в регионе собираются строить еще и другие ГЭС и водохранилища. Соответственно, нагрузка на регион колоссальная, и это вызовет серьезные последствия. Что касается риска в случае катастрофы, то, что плотины свыше 100 метров высотой являются провокаторами сейсмической активности, это факт. Соответственно, риск разрушения плотины очень высок, в том числе и уже действующий Ингури ГЭС, так как в случае прорыва Худони ГЭС нагрузка на плотину Ингури вырастет в десятки раз, что приведет к катастрофе. Господин Барамидзе, вот мы только что послушали Давида Чепашвили, который говорит о рисках, связанных со строительством Худони ГЭС. В частности, что эта плотина может привести к каким-то сейсмической какой-то активности в регионе. И в случае прорыва огромная площадь окажется буквально затопленной, в том числе пострадает и находящийся ниже по течению реки Ингури ГЭС. Вообще, насколько вероятно такое развитие событий, современные технологии? Неужели современные архитекторы, инженеры не рассчитали, не просчитали такой подход и согласились на строительство подобные плотины, если действительно такие риски существуют? Насколько они обоснованы вообще, эти риски? Вы знаете, вот первая арочная плотина у нас построена на Ладянури ГЭС, значит, плотина высотой 80 метров, а вторая, значит, это уникальная плотина на Ингури ГЭС высотой 270 метров. Есть уникальный опыт проектирования, в принципе, вот. Эти периоды, значит, были у нас без хорошие конструкторы, которые, значит, могут свободно новые плотины проектировать, без всяких, учитывая все эти сейсмологические риски. Вот вы говорите, что проект строительства Худони, он обязательный для энергетического развития страны, но с определенными какими-то моментами, в том числе о которых говорил господин Симон Бахтуридзе, правильно? Да. Какова практическая польза будет от этого населению Грузии? То есть вот в цифрах, если можно. 2 миллиарда 100 миллионов киловатт-час выработки. Uh-huh. Это, если мы его сравним, значит, старый, значит, будет, вариант будет 1 400 000 000. Значит, этому цифру добавляется... Сейчас, извините, я уточню для наших телезрителей. 1 400 000 000 – это при нынешнем проекте Худони ГЭС. Да, вот, который сейчас рассматривается. А вот 2 миллиарда... 2 миллиарда 100 миллионов – это будет альтернативный вариант. Значит, что получается? К старому проекту мощность надо добавить 2 районы ГЭС. У нас в Грузии районы ГЭС – один из уникальных ГЭС считается. То есть если реализовать этот проект, тогда можно сказать, что энергетическая безопасность Грузии на ближайшее время обеспечена будет? Да. А как в правительстве на это смотрят? Почему этот проект не получил приоритетное направление в Министерстве энергетики? Я вам в этом скажу такую вещь. Значит, это, значит, разработанный проект, значит, какой-то, ну, лежит на столе, значит, и поэтому, значит, я вам скажу, механически, наверное, принимает вот это решение.
когда можно все это пересмотреть. И обязательно должен пересматриваться, потому что это прошловекная, значит, разработка. А сейчас новые идеи получаются, значит, и новые разработки. Ну что ж, будем надеяться, что ваш альтернативный проект будет рассмотрен правительством. Возможно, это решит те проблемы и социальные, и энергетические, которые стоят перед Грузией. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Я напомню, у нас в гостях был эксперт по вопросам энергетики, в том числе альтернативных источников энергии, академик Симона Барамидзе. Грузинское общество тем временем разделилось. Одни выступают за строительство, утверждая, что это необходимо, другие категорически против. В первую очередь, это трагедия для тех людей, которые живут там, где должны быть построены плотина и водохранилище. Другие слабые места этого проекта тоже понятны. Но руководство страны, несмотря на противодействие большой части общества, все же настроено завершить проект. Почему? Узнаем прямо сейчас. На связи со студией замминистра энергетики Грузии Илья Элошвили. Добрый день, господин Элошвили. Как известно, проект строительства Худони ГЭС был разработан еще в советское время. Потом в 1989 году в результате протестов был приостановлен. Затем в 2005 году предыдущие власти вновь реабилитировали проект, но он также не был доведен до конца. Сейчас вновь этот вопрос на повестке дня. Вот строительство Худони ГЭС действительно так важно для Грузии? Да, действительно, Худони – это один из важнейших проектов, стратегических проектов для нас. И у него есть две основные преимущества. Одно из них энергетическое, а другое из них экономическое. Вы, насколько вы знаете, мы испытываем во время зимы острый дефицит электроэнергии. Мы производим на теплостанциях где-то 1,5 миллиарда киловатт, а где-то 500 до 700 миллион киловатт энергии мы закупаем из России, импортируем. В случае строительства Худони, Худони будет предоставлять нам где-то 200 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Хочу также сказать, что цена этой электроэнергии, средневзвешенная, весьма очень хорошая, низкая, потому что она 2,5 цента. 2,5 цента за электроэнергию в 2018-2019 году, когда и планируется запустить Худони, это очень низкая цена по сравнению даже с сегодняшними ценами. Есть. Вот поэтому для нас чисто энергетически это важнейший проект. И она несет свою большую лепту в энергонезависимость Грузии. А что касается уже экономических преимуществ этого проекта, я хочу подчеркнуть, что гидростанции, они не освобождены ни от какого налога, они платят все налоги, все те обязательства у них есть, которые есть у любого производства. Многие экологи говорят о больших рисках, связанных со строительством плотины. В частности, говорится о том, что в случае прорыва дамбы под водой может оказаться практически вся Западная Грузия. Да и Ингури ГЭС также будет сметена волной. Были ли проделаны соответствующие работы, чтобы исключить подобные риски? Да, ну иногда, я бы сказал, что иногда вот аргументы наших оппонентов, они уже переходят в какую-то, извиняюсь за это выражение, но паранойю, я бы сказал. Нельзя так, нельзя делать большие проекты и в это же время бояться всего. Допустим, я даже слышал аргументы, что а вот что, если вот начнется война с нашим каким-то соседем, допустим, да? И в такие сценарии, что вот они захватят. Но если начнется война, она начнется. Нельзя же все приостанавливать в стране, боясь того, что начнется война, если прорвет. А если вот этим аргументом можно любую, а что если прорвет там 80-метровую дамбу, что будет, ну, меньше воды, но все равно уже плохо будет. По такой логике надо все приостанавливать в стране и вот сидеть и бояться, что бы мы ни делали, что-то может произойти. Все те работы, которые проводит наш контрактор, они, я вас уверяю, что этими исследованиями занимаются самые уважаемые международные компании. И, значит, у нас уже есть заключение от них, что никаких особых экологических проблем эта дамба не создает. А что касается компании-контрактора, почему именно Трансэлектрика? И вообще, как будет распределяться выработанная электроэнергия? Сколько останется в Грузии и сколько пойдет на экспорт? Можете назвать цифры?
Во-первых, компания это основана в офшоре. Она подписана с ним меморандум в 2011 году. Этот вопрос, наверное, почему именно эта компания, вопрос к предыдущим властям. Хотя мы уважаем любые контракты, которые у нас есть, и мы не стараемся, так сказать, создавать искусственные проблемы компаниям, и мы уважаем все те обязательства, которые взяла предыдущее правительство. На данный момент у нас нет никаких предпосылок, чтобы сомневаться в том, что эта компания сможет ли эта компания реализовать проект. Компания будет предоставлять нам 4 месяца по новым правилам, которые мы установили, по этим изменениям, которые мы установили в меморандуме. Компания будет предоставлять 4 месяца электроэнергию в Грузию, что порядка, можно сказать, от 150 тысяч киловатт-часов до 200 максимум, наверное. Но я еще раз повторяю, что Худонин способствует тому, что автоматически выработка электроэнергии Энгурии и Варнили, выработку добавляется 350 тысяч киловатт-часов. Поэтому во время зимы страна получит до 500 миллионов киловатт-часов. Большое спасибо, господин Лулашвили. Это была позиция Министерства энергетики. На связи со студией был замминистра Илья Лулашвили. В правительстве заявляют, что некие силы пытаются сыграть на чисто человеческих эмоциях, на том, что жители нескольких деревень будут вынуждены покинуть родные места. Но власти во главе с премьер-министром Бединой Иванишвили призывают к пониманию. Всем этим людям будут выплачены достойные компенсации. А площадь затопления совсем не такая большая, как они говорят противники строительства. Возможно, действительно, на фоне энергетической безопасности страны несколько деревень не такая большая жертва. Но в этих деревнях живут люди, такие же, как мы с вами. И они готовы бороться за свою землю. И не только с врагами, как это было испокон веков, но и с собственным государством. А это действительно печально. Это были деловые новости. Встретимся через неделю, в следующую субботу на ТВ3. Меня зовут Владимир Унанянц. Всего доброго и удачи в делах.